يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. يوسف سجد وبرسي الله سبحانه وتعالى. ليش؟ اللهم ملأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. Дорогие братья и сестры, салам алейкум. Мы снова на утреннем намазе, на фаджре, в мечети с нашим дорогим хазратом. И я предлагаю каждому из вас поздравить нашего хазрата. У него родился сын буквально на днях. Он вот буквально вот привез его домой. Абдулла. Машалла. Пусть Аллах Всевышний благословит нашего хазрата во всем, что он ему дарует. Дорогой хазрат, сегодня мы хотели поговорить о приближающемся месяце Рамадана. Осталось буквально несколько дней. И вот в ситуации, когда большинство людей сейчас занято мирским, большинство людей, вот их сердца просто в смятении в каком-то из-за надвигающегося кризиса, как нашим братьям и сестрам настроиться на правильное поклонение в месяц Рамадан, чтобы с максимальной пользой его провести? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجايم براتي سيوزرا وجايم شيخ أسلان. الحمد لله. просим Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы дал нам возможность дожить на месяц Рамадан. Осталось уже так неделя до месяца Рамадана. Сколько наши братья, многие, у кого-то родственники и так далее, желали дожить до этого месяца, но не дожили. Поэтому сахабы радуан Аллаху алейхим до того, как наступал месяц Рамадан, полгода просили Аллаха Субхана ва Тааля, Аллахумма баллигна Рамадан. Аллах дай нам возможность дожить до месяца Рамадана. Когда он проходил, полгода просили Аллахумма такаббаль минна Рамадан. Аллах прими от нас Рамадан. И это указывает на то, что шейх Руслан, уважаемые братья и сестры, то, что Рамадан фихи мазая, ва фихи л-аджр азим, ва фихи рахма. То, что Рамадан это тот месяц, который не похож на другие месяцы. Это тот месяц, который наполнен милостью Аллаха Субхана ва Тааля, прощением грехов, спасением от огня, наказания ада. Поэтому они так сильно желали дожить до этого месяца. Во-первых, хотелось бы, много мы часто слышим, как поститься правильно, то есть что, какую пищу применять, там, принимать на ифтар, чем лучше разговляться, то, что там нужно днем поспать. Это все, альхамдулиллах, хорошо, но эти вещи связаны больше с телом. И мы понимаем, то, что пост в месяц Рамадан, вообще пост это не диета, а это более, а это поклонение, душевное, духовное поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Это не просто голодовка, где ты голодаешь там и скидываешь свой вес. Нет, а именно это ты поклоняешься, потому что суть поста в чем, как Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Я айюха ладзина аману кутиба алейкуму ссиям». كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О верующие, предписан вам пост подобно тому, как был предписан тем, которые были до вас. Здесь Аллах Субхану указывает, чтобы мы не боялись. То есть не бойтесь, что не пропаститесь. Не вы первый народ, вы не первая умма, который был предписан. До вас были, им я предписал, и они пропастились. Потом Субхану ва Тааля лаалякум таттакун. Для чего? Может быть, вы будете богобоязнены. Аллах Субхану ва Тааля не сказал, поистине вы будете богобоязнены. Может быть. Может быть, да, может быть, нет. Кто-то будет, а кто-то нет. И здесь я так вам понимаю, то, что вот эта богобоязненность, махалля аль-кальб, именно вот где находится богобоязненность, в сердце, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям указал на сердце, сказал: «Ат-такуа ха-хуна, ат-такуа ха-хуна, ат-такуа ха-хуна». Богобоязненность, она здесь, богобоязненность, она здесь, богобоязненность, она здесь. Получается, из этого мы понимаем, Аллах Субхану предписал нам пост для того, чтобы мы голодали. Как в хадисе сказано: «Маллям яда'а аль-кавля зур». Тот, кто не оставит плохие, скверные слова, валь-амаль, и действия вместе с этими словами, то нет у Аллаха нужды в том, чтобы он оставил еду или питье. То есть не в этом получается смысл поста, чтобы ты голодал. А в чем ля-аллякум ты такой? Может быть, вы станете богобоязненным. То есть, может быть, мы изменимся. Это такая школа, это такой университет Рамадана, где человек воспитывается, где Аллах, в тот месяц, в который Аллах не спасал Коран, через призму Корана мы живем, размышляем, не только постимся, но также это месяц Корана, так же, как и месяц поста. И вот эти хадисы, они нас подбодрят правильно пропаститься, правильно подойти к поклонению в этом месяце. Например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Саими фархатан». У постящегося человека есть две радости. Фархатун
Аль-Дафитр, первая радость, когда он разговляется. То есть первое это когда Магриб намаз остается 5 минут, мы все собираемся в мечети, слышим, как муэдзин говорит «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар», с первым эдарем берем финик, и мы радуемся. Это не та радость, шейх Руслан, вы знаете, братья и сестры, что сейчас мы наедимся. Нет, кушать-то не хочется, желудок сузился во время Рамадана. Там, пить-то тоже такой уже жажды нет, а именно некая непонятная такая радость, то что аль-хамдулиллах мы пропастились в этот день. И вторая радость, фархата тани мин фархата уля, как ученые говорят, вторая радость из первой радости, йом-уль-Ид, когда мы придем на праздник йом-уль-Ид, мы благодарим Аллаха, что смогли пропаститься в этом месте и поклоняться Аллаху субхану тааля. Вторая, ва фархатун инда ликаа Рабби, вторая более великая милость, когда мы встретимся с нашим Аллахом субхану тааля, нашим Господом миров, в тот день, когда не поможет ни динар, ни дирхам, только благие деяния будут и плохие дела, и мы увидим свой пост. В хадисе сказано: «Саум фи сабилляхи юбъиду дзалика ани нар сабъина харифа». Один день пропастился, если человек ради Аллаха отдалился от наказания до на 70 лет. И мы увидим вот эту вот великую награду от Аллаха субхана ва тааля и обрадуемся. Обрадуемся именно вот этим постом. Также хадисе Кудси, где Аллах субхана ва тааля говорит: «Куллю амаль ибн адам лаху илля сиям фа иннаху ли ва ана джзибе». Каждое дело, которое человек делает, он делает ради себя. Кроме поста, это для меня, я сам награжу его. Что имеется в виду? Первый тасир, то есть это единственное поклонение, куда не может зайти показуха, рия. То есть, смотрите, если человек может молиться, например, его увидели, он красиво молится. Во время хаджи может среди людей показать и приехать, потом фотографии, я на хаджи был. Закят может прилюдно давать, смотрите, какой щедрый. А пост, не знает человек, не знает, он постится или нет. Даже если он, например, скажем, некоторые ученые говорят, он даже во время поста может у него проявиться рия, например, в каком случае, если он не постится, но люди выходят и говорят, что я пощусь. Второй тафсир этого, как понять хадиса, ученые говорят то, что в каждом поклонении было зафиксировано ширк многобожий, кроме поста. Да, например, люди молились не Аллаху, а идолу молились, дуа просили у идолов. Хадж делает таваф вокруг, например, как сейчас в Африке, вокруг могил некоторые делают люди таваф, или вокруг каких-то идолов. Садака давали не только ради Аллаха, а ради какого-то идола. А пост не зафиксирован, шейх Руслан, в истории, вообще поклонение в истории умам, то, что кто-то постился ради кого-то, но не ради Аллаха. Поэтому Аллах субхана говорит, и я сам его награжу. Поэтому, например, мы знаем, за одно благое деяние оно увеличит до 10 в 700 раз больше, Аллах увеличит. А здесь имеется в виду, без границ кого-то уберет в банке чек, нули, который не заканчивается. Как Аллах субхана ва тааля по своей щедрости и милости, Аллах субхана ва тааля его самого любит. Я думаю, вот эти хадисы нас подбодрят, уважаемые братья и сестры, для того, чтобы стремиться, торопиться, поклоняться в этот месяц, не терять время на ненужное, не забивать время ненужным, заняться, отдаться полностью поклонению Аллаху субхана ва тааля. То есть отойти от мирской суеты чрезмерной и полностью погрузиться, раствориться, иншаллах, в поклонении. Духовно, душой, хотя бы, вот мы иногда, почему иногда, все мы часто забываем, ради чего Аллах нас сотворил. Аллах в Коране говорит: «Умахрабкуль джиннам, интим ля'абду». Аллах сотворил джинн людей для того, чтобы мне поклонялись. Человек настолько в этой мирской суете закрутился и забывает вообще, субханаллах, родственники ругаются между собой из-за копейки. Да. Субханаллах, там братья друг друга там проклинают из-за рубля, из-за доллара и так далее, хотят друг друга обмануть и так далее, что-то сделать какие-то. Забываю, субханаллах, ради чего нас Аллах субханаллах сотворил. Аллах нас не сотворил для того, чтобы мы кушали. Аллах сотворил, дает нам кушать, чтобы мы жили и поклонялись Аллаху субханаллах тааля. Поэтому хотя бы, мы говорим, вот в этот месяц оставить мирские дела на второстепенную. То есть понять, вот вернуться в это месяц, для чего нас Аллах Субхану сотворил? Для чего же нас Аллах сотворил? Для того, чтобы вернуться к Аллаху. Это жизнь же, испытание и так далее. И посмотрите, этот маленький кусочек времени, шейх Руслан, субханаллах, это какой человек проживает 70 лет, 80 лет, 100 лет по отношению к судному дню, это будет казаться как день или часть дней. Дорогой хазар, есть ли какой-нибудь дуа, такое вот мощное, концентрированное дуа, которое устраняет из сердца любое смятение, любое сомнение и позволяет человеку максимально просто погрузиться в поклонение и поклонение мистера. Субханаллах, есть такое дуа, шейхана, адиа кафира, много дуа, но это уже проверено, я на себе тоже проверил, альхамдулиллах. Шейх Салих аль-Мухаммиси, наш близкий брат, друг, имам мечети Куба, к нему подошел один парень и сказал: «Шейх, субханаллах, я полюбил одну девочку. Ее просватали, она вышла замуж. Не могу забыть ее.
намазе дома о ней. То есть, если можно, не, там, куда бы я ни пошел, о ней думаю. Всегда она у меня в голове, в сердце. Я даже не могу нормально на поклонение настроиться. Как мне забыть ее? Это не только по отношению к любви, да, это в отношении, если человек зашла дунья в сердце, не в руки, а в сердце прошла дунья, любовь к мирскому и так далее. Как вот сделать так, чтобы на первом месте был Аллах Субхану Та'аля? Шейх ему дал насиха и сказал, я на себя проверил в какие-то моменты, мои братья, близкие и так далее. Когда ты встаешь ночью на молитву, да, чуть искренне, с якином, с убежденностью, в сажде попроси Аллах Субхану Та'аля. Три вещи. اللهم ملأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك. اللهم ملأ قلبي محبة لك. О Аллах, заполни мое сердце любовью по отношению к тебе. Если ты только Аллаха полюбишь, там уже не будет любовь по отношению к кому-то другому. Когда твое сердце привязано к человеку, он уходит из этой жизни, даже если умрет или оставит тебя, то ты будешь тяжело тебе становиться переживать. Но если ты привяжешь сердце ни с кем иным, как только с Аллахом, субхану ва тааля, то тогда, альхамдулилля, ты будешь Аллаха, субхану ва тааля, любить, и любые потери для тебя не будут казаться страшными. Аллахумма мала калби махаббатан. Привяжи мое сердце, заполни мое сердце любовью по отношению к тебе. То есть наши сердца подобны сосудам, он чем-то должен заполниться. Или заполниться любовью по отношению к дунья или к Аллаху, субхану ва тааля. وإقبالنا عليك стремление к тебе, чтобы я к тебе всегда стремился, приближение. وحياء منك и стеснением тебя, стыдливость тебя. То есть стыдиться — это когда человек хочет согрешить, боится Аллаха субхану ва тааля, но более высшей степени стыдливость, когда он стесняется. То есть стесняется, например, скажем, там аурат показать там другим людям или выйти там, скажем, перед родителями в каком-то положении, а тут стесняться Аллаха субхану ва тааля. Вот эти три вещи, если мы искренне будем просить, и вы должны быть убеждены, ведь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Удъу Аллаха ва антум мукинуна биль иджаба». Просите у Аллаха субхана ва тааля, будьте убеждены в том, что Аллах ответит вам: «Аллахумма мала калби махаббатан лак ва икбалан алейк ва хайаан лак». Субханаллах. Пусть Аллах Всевышний воздаст вам, дорогой хазрат, дорогой шейх, за эти напоминания. Иншаллах, встретимся уже в следующий раз в месяце Рамадан. Дорогие друзья, до скорых встреч. Успейте настроиться на глубокое поклонение этого месяца, шахр Рамадан, в унзиле фи аль-Куран, в который был ниспослан Куран. До скорых встреч. Салам алейкум.